Все-таки в Nike я затарилась. Две пары кроссовок взяла. Вот смотрю, еще вот хорошенькие. Цвет такой хороший. Но это мягкие. А я мягкие нашла. Сейчас покажу, за сколько. Мягкие нашла за 35. Вот такие серенькие. Очень даже неплохие. Ну, поэтому уже 65 я не буду. Конечно, такие покупать. Здесь смотрела, на скидках ничего нету. Снова я. И хочу показать, какие взяла за 65. Вот такие, да, я показала. Вот они кожзам. Все вот мне нравятся, что и на дождливую погоду. Вот такие вот. И те мягкие на лето, легкие. Я довольна. Потому что цены так приблизительно нормальные, в общем-то. Я даже не думала, что... Ну, там вот еще за 35 белые я примеряла, но, наверное, белые нет, все-таки серенькие. Грязи не видно, белые заколебаешься стирать. Я свои розовые стираю, адидасовские. Ой, опять, ну, классные все. Все классненькие. Все не купишь. Супер. Ну, здесь на скидках я смотрела. Ну, так, на скидках, как и там можно найти. Тут, допустим, вот 8,5 за 70 долларов. Вот такие. А такие вот восьмерка за 90. Вот мне дали сумочку уже. И я с собой носила Puma пакетик. Там майка была. Я купила белую майку и потеряла этот пакетик. И спрашиваю там у пацанов. А вот 129. Такие симпатичные. Ну, не очень. Они говорят, мы отдали туда на кассу. Когда пойду рассчитываться, спрошу. 100 долларов такие. А ну много симпатичного всего. Много. Очень много. Вот такие сколько? 64. Это вот весь отдел со скидками. И еще от этого еще 30% будет скидка. Может, мне еще что прикупить? Реально. Найки мне надо не 8,5, мне надо девятка. Девятка, вот я вижу, за 40. Зеленые только какие-то. Такие не хочу. Вообще мало девяток. Ну вот, 94 девяточки. Нет, за 80. Они красивые. Я такие за 80 не хочу. Если бы вот за 35, плюс 30% скидка, было бы прекрасно. Вот девятка. Опять же, 100 долларов. Ладно, хватит две пары. Пойду я искать свой пакетик. А вот симпатичные. 85 долларов. Такие. Вот симпатичные. Большие какие-то вообще.